Готовимся в плавном режиме, в принципе, выполняем все, что дает нам тренер, все упражнения. Настроим серьезно, потому что игра будет очень серьезная. И первый матч всегда ответственный. Играем дома, это должно нас подстегивать. Надеюсь, что придет очень много болельщиков, которых мы порадуем. Надеюсь, что мы найдем противодействие их нападению и будем больше контролировать мяч и будем полностью контролировать ход игры. Надеюсь, что наши нападающие забьют много мячей и принесут победу нам. Как адаптируются новые игроки, как вы сыгрываетесь с ними? Да, в принципе, проблем никаких нет, потому что все ребята опытные, все поигравшие. Вот есть здесь Дима Айдов, который вот шутит сейчас за спиной. Вот, и проблем никаких нет. Тренер дает какие-то задания, да, мы стараемся их выполнять и стараемся отлаживать игру в обороне. Думаю, никаких проблем не должно быть у нас. Да, очень ждем, да, уже хотелось бы быстрее начать чемпионат, потому что надо выигрывать, надо начинать с первого тура, набирать как можно больше очков, чтобы отрываться от ближайших преследователей. Подготовка, да, атмосфера веселая в коллективе. Все в рабочем режиме, да, все настраиваемся. Надеюсь, что такое же состояние будет после игры у нас в Байкал.